Итак, привет, Россия, привет, Москва, привет, Санкт-Петербург, это Устинов, как ваши дела? Надеюсь, что у всех все хорошо, и вы продолжаете подготовку к нашим турнирам. Уже на этих выходных мы встретимся под сводами отеля «Шератон» шикарнейшего, да? Это будет у нас чемпионат Евразии. Получено уже почти 400 заявок, но мы посчитали, расписание прикинули, все будет нормально. Мы справимся, все, как всегда, будет хорошо и прекрасно. Прошу обратить всех внимание, у нас в июне месяце, летом, перестановки в нашем календаре. На днях будет опубликован исправленный календарь. Турнир, который должен был состояться в июле в Тольятти, переносится на начало июля. Турнир же московский, Кубок Европы, переносится на начало июля. То есть такая рокировочка сделана. Связано там с арендами помещений, потому что мы не хотим проводить в помещениях более плохих, чем сейчас есть в Москве, да, то есть, я думаю, что отель «Шератон» всем нравится, вот, все оценили уже за несколько лет эти его преимущества, и там действительно классно. Питер продолжает радовать, у нас уже почти 150 заявок, до турнира еще несколько месяцев, но мы готовимся полным ходом, закуплено, повторюсь, полностью новое фирменное оборудование на помост, американские грифы Техас. Мы готовимся, все будет очень классно, медали делаются, все будет хорошо. Во многих наших регионах, нескольких, добавлены в проведение соревнований стритлифтинг. Это прежде всего Москва и Питер, там будет уже стритлифтинг, поэтому, господа стритлифтеры, обращайте на это внимание, заявляйтесь. Будем соревноваться вместе и, так сказать, дружить. Ну, а всем дальнейшем я хочу пожелать хорошей подготовки, хорошего настроения. И увидимся на помосте уже в Москве на этих выходных. Да, и самое главное, первый чемпионат Европы в Геленджике. Конец сентября, Фламинго, Дивноморская. Мы ожидаем порядка 500-600 атлетов, по крайней мере, медали столько заказали. Пока столько заявок не накидаете, проводить турнир не будем. Поэтому вас ждем. В Геленджике будет, как всегда, классно. Еще недорогие отели, недорогое размещение. При этом прекрасная погода. Вот смотрите, у нас что, какое сейчас число? Забыл я. Начало апреля. Новороссийск. Плюс 20. Шикарнейшая погода. А что будет в мае, мне даже сложно представить. Точнее, не сложно, а будет классно. Погода будет шикарная. Так что планируйте свои отпуска на Геленджик. Я вас жду. Все, всем до встречи и пока, отключаюсь.